Всем привет, уважаемые подписчики! Посмотреть очередную 29-ю серию 6-го сезона сериала «Пес» вы сможете в понедельник 8 ноября на канале YouTube ICTV. И как мы помним из предыдущей серии, в съемной квартире случилось жестокое убийство. Неизвестный расстрелял некого Петра Корягина, бывшего заключенного, а в конце оставил на лице убитого маску зайца. Также в квартире была девушка, но убийца решил оставить ее в живых. Зачем он так сделал и станет ли девушка следующей жертвой? В этом придется, как всегда, разобраться Максу и его верному помощнику, псу. Максим Максимов, бывший мент-профессионал. Жизненные неурядицы почти победили его, а алкоголь мог завершить картину. Овчарка по кличке Пес стала тем существом, кто вытащил Макса из алкогольного омута и вернул к жизни. Данную роль исполнил Никита Панфилов. Пес – это овчарка. Новый друг и напарник Макса, овчарка по кличке Граф. Никита Панфилов получил роль Макса, хотя на эту роль претендовали известные популярные актеры. Панфилов покорил режиссеров отличным чувством юмора и своей необыкновенной харизмой.